Зверята. Вот ведь как бывает, заклинание чаек славянь похищает. Ворона плохая, веселым не супсим жить мешает. Но она не знает, что зверята все узнали, отыскали, жемчужины достали, вороне помешали. Колесница Тора. Чего это ты так вырядился? Я великий волшебник Цилиндрус, я могу вас всех загипнотизировать. Ты даже курицу загипнотизировать не сможешь. Я тебе покажу. Курица, ты превращаешься в змею. Так я и думала. И что мы теперь будем делать с шипящим кроликом? Я и не знал, что ты волшебник. И что теперь? Как я понимаю, через 5 минут цилиндр опять станет нормальным. Можно подумать, цилиндр когда-то был нормальным. Холли надувает пузырь. Нам пора в путь. Очень трудно загнать пузырьки в эту трубу. Безымянный, ты молодец, но нам надо поспешить. Если мы не найдем все жемчужины, ворона-ведьма сварит зелье для заклятия, переносимого ветром, и станет повелительницей Среднелесья. Я загипнотизировал курицу! Я великий волшебник! Хорошо, хорошо, ты волшебник. Залезай в пузырь, иначе ты у меня сейчас исчезнешь. Это каким же образом? А вот таким. Иду! Наконец-то мы прибыли! Так хочется почувствовать твердую землю под лапами! Цилиндр, осторожно! Если бы не эта ветка, ты бы разбился. Дива, ты права. Спасибо за помощь, мистер Ветка. Поверить не могу. Он говорит спасибо куску дерева и думает, что тот ему ответит. Рад помочь, дорогой кролик. Эта ветка в форме чайки. Мистер Чайка, мы ищем жемчужину, но не знаем, где она находится. Помогите нам ее найти. Я та чайка, которую вы ищете. Если бы неуклюжий кролик на меня не свалился, вы бы меня никогда не нашли. Так что скажите ему спасибо. Дева, ты слышишь? Ты должна сказать мне спасибо. До сих пор я была уверена, что единственный говорящий предмет – это голова цилиндра. Скажи, где мы находимся? Вы прибыли в холодную страну викингов. Вам нужно найти поводья от колесницы Тора. А теперь снимите с меня кролика, он такой тяжелый. Для начала нам нужно найти колесницу Тора. Безымянный прав, здесь очень холодно. Пойдемте в пещеру. Зверята не должны найти поводья от колесницы Тора, вам понятно? Как мы помешаем? С помощью вот этого. Как мило, это лимонад. Сегодня твой день рождения? Днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Во-первых, сегодня не мой день рождения. Во-вторых, это не лимонад. Возьмите бутылку, вылейте содержимое в шлем этой статуи, и вы увидите, что будет дальше. Извини, но почему бы тебе не сделать это самой? Потому что, когда вы вылетите зелье в шлем, статуя оживет и станет викингом Готаром. Он очень опасен. И я не хочу находиться рядом с ним. Ворона, ты права. Если это опасно, надо послать кого-то другого. Да, ты правильно поступаешь. Быстрее сюда. Смотрите.
Все правильно. Если мы построим колесницу, то доберемся до моста. Все наоборот. Если мы построим мост, то доберемся до колесницы. Нет. Как гласит легенда, колесница Тора находится за подвесным мостом. Давайте ее искать. Давай, Лей! Нет ты! 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 Малявки, кто вы такие? Это мои бесполезные помощники. А вот ты можешь принести мне большую пользу. Какую именно? Если ты остановишь зверят, то станешь могущественней Тора, повелителя викингов. Очень заманчиво. Но смотри, если ты меня обманешь, тебе не сдобровать. Я никогда не обманываю. Зверята зашли в эту пещеру. Пойду, сражу их и вернусь. Безымянный прав. Нужно пройти по деревянному мосту, и за ним мы найдем колесницу Тора. Я схожу! Эй, колесница Тора, я иду! А где же она? Глупый вопрос. Колесница Тора находится за подвесным мостом. Все, я пошел. А где находится подвесной мост? Рядом с колесницей Тора. Правильно, меня никто не остановит. Кто это закрыл вход камнем? Каким камнем? Это не камень, а огромная нога. Мне кажется, у нас маленькая проблема. Кролик, ты не прав. Я викинг Готар. И проблема у вас не маленькая, а огромная. Зверята, вам конец. Я схожу за своей кулинарной книгой с 1000 рецептов. Скоро вернусь. Просто безымянный, быстрее! Готар вот-вот вернется. Ах ты негодный цыпленок! Безымянный, ты молодец! А теперь развяжи нас! Гипноз долго не продлится. Нам нужно как можно скорее найти мост. Что такое? Ты нашел мост! Цилиндр, тебе не страшно? А что тут такого? Мы просто пройдем по мосту. Но внизу пропасть. А ты не смотри вниз. Мне кажется, у зверят проблема. Ты думаешь, мы должны им помочь? Нет, болван. Надо добавить им проблем, иначе проблемы начнутся у нас. Цилиндр, надо идти вперед, давай же. Ты трусливый, как заяц. Но ты ведь кролик, значит, ты еще трусливее. Цилиндр очень боится, ему надо помочь. Безымянный, может, ты его загипнотизируешь? Подождите, я сделаю это быстрее. Я знала, что они дойдут до моста, но они не подозревают, что их ждет милый сюрприз. Сюрприз, какая прелесть! Там будем мы. Устроим им праздник? Это будет очень веселый праздник. Какой-то он непрочный. Не надо бояться, мы его перейдем. Ко мне вернулась моя храбрость. Не надо было мне смотреть вниз, вот так. Ой, только не это! Не волнуйтесь, я справлюсь. Не надо его бить, мост очень хрупкий, может обрушиться. Пойдем, Готар очнулся. Не хочу вас расстраивать, но на этот раз вам не уйти. Зверя!
ребята, вам пришел конец. Ребята, мы спасены! Ой, не надо было мне это кричать. Привет, зверята. Мы чуть не упали в пропасть. Потом мы попались благодаря глупому кролику. А теперь нас съест гигант. Не зря в моем гороскопе было сказано, что сегодняшний день будет ужасным. Зверята, прятаться бесполезно. Я вас поймаю и даже не вспотею. У меня есть план, но это довольно опасно. Но это очень опасно. Это единственное решение. Надо попробовать. Эй, ты, толстый слон! Но сейчас ты у меня получишь. А ну, стой! Безымянный, давай! Отлично, ребята! Ты за это поплатишься! Это пещера Тора. Бежим вовнутрь! Вы приготовили ловушку для зверят? Конечно! Невероятная ловушка! Просто фантастика! Кун-кун, ты разложил ее между двумя сталактитами? Кун-кун, ты разложил ее между двумя сталактитами? Ты что? Ты ведь сам ее раскладывал. Вы бесполезные клубки шерсти. Идите и проверьте. Безымянный прав. Колесница Тора должна быть где-то здесь. Давайте искать. Пойдем сюда. Нет, наверное, все-таки не сюда, а вот сюда. Куда вы идете? Колесница Тора вон там! Да, да, она там! Ой! Вот она! Насол! Теперь заберем поводья, и наша миссия выполнена! Безымянный прав, мы не можем украсть поводья. Цилиндр, извини, но придется положить их на место. Но тогда мы не выполним задание. Но воровать нечестно, даже ради задания. Стойте! Я дух Тора, повелителя викингов. Вы проявили храбрость, щедрость и честность. Да, мы все поняли. Переходи к делу. Поэтому вы заслужили жемчужину. Жемчужина! Это мой любимый момент в каждой серии. Еще одно задание выполнено! Ура! Ура! Интересно, что случилось с огромным викингом? Посмотрите вниз! Какой красивый мост! Вы мне дорого за это заплатите!